Добрый день, друзья. Пришел 21-й Q. Поприветствуем оппонента и сыграем хоси. Мы играем черными. Оппонент играет белыми. Так, он тоже играет хоси. Мы сыграем комоку. И посмотрим, какой у него тут был реальный рейтинг. Что-то тут, да, в районе 19-го. Так, он тоже играет второе хоси. Ну, мы нападаем на хоси. Он, по идее, должен отойти сюда или сюда, да. И мы поставим кабаяси. Фусеки кабаяси. Сейчас он должен где-нибудь играть в этом районе. Ну, посмотрим. Так, ну, это неправильный ход с одной стороны. Вот, тогда мы поставим Симари. Он хорошо смотрится с этим камнем. И у нас фактически прорисовывается двухкрылая форма. Так, ну вот он играет пассивно. Хотя он все тут укрепляет, но самое время вторгнуться в Сансан, я думаю. Здесь пока все стандартно. Угу. Теперь мы так. Да, все правильно, мы так. Еще раз можно вытянуться. И, в принципе, теперь эта конструкция в углу живая. Ага, вон так, да? Ну, хорошо, мы тогда так угрожаем отрезать два камня и будем подниматься, выходить на этот борт. Что за черных очень неплохой результат. Так, можно сыграть так. Угроза захватить три камня. Угу. Давайте, наверное, еще раз поднимемся, раз уже сюда полезли. Я думал, он защитится. Угу. Такой ход. Хорошо. Мы так. Соединяемся. Форма в углу живая. Здесь можно дать атари сжимающий. Теперь такой атари. Он его игнорирует. Ну, хорошо. Мы собьем. Чтобы соединиться, этот хвостик у нас уже присоединен. За него голова не болит. Такой ход, да? Хорошо. Давайте здесь его подожмем чуть-чуть. А сами будем тут уголочек брать. Такой ход, да? Ну, можно еще разок сюда сыграть. Хотя, я думаю, это не лучший ход. Ну, попытаемся его тут прессинговать и запечатать. Да, вот он закрылся. Теперь мы отсюда. Так сыграем. Угу. Не хочет он нам давать.
закрыть мешочек, но все равно у нас получается огромное мое. Ну, здесь мы его порежем. Еще дадим Atari. Он должен соединиться. Ну и тогда продолжим прессинговать этот камушек, чтобы он нам тут тоже не мешался. Ага. Он решил вторгнуться. Ну, давайте его, наверное, просто попытаемся запечатать без каких-то усложнений. Так, сыграем. Теперь так. И он нам дает построить стеночку. Теперь отойдем. Здесь тоже отойдем. Надавим. И защитим точку для разрезания. Угу. Так, да? Ну хорошо. Можно сюда тыкнуться. Теперь так. Угу. Отсюда угрожаем отрезать два камня. Он должен как-то ответить. Ну вот это ошибка. То, что он его сейчас собьет, это не проблема. Мы даем Atari на трешку. Если он соединит, мы все собьем. И теперь у него проблема с этой группой. Ей нужно строить глаза. Угу. Так, он сюда пошел. Мы так, он так, и мы его, если он накроет, мы ловим его таким ходом. Да, вот он, такой ход. Если он соединится, мы так собьем. Если он снизу, мы так собьем. То есть мы убили его группу. Угу. Он бросил, теперь пошел здесь жизнь искать. Так, ну... Ладно, можно отсюда попытаться заставить его бежать вверх, можно так, давайте вот таким ходом его заставим бежать вверх. Теперь так, ему нужно выпрыгивать, теперь мы его накрываем, ему нужно теперь где-то строиться здесь, режем. Этот камень он не может в лесенку поймать. У нас здесь помогающий. Отходим. Спокойненько запечатываем его группу. Ах, да. Ах, да. Да, тут чуть-чуть я ошибся. Угу. Я сюда, он вниз, я сюда, он вниз, и он нас поймает. Ладно, переходим к плану Б. Это ему дает только один глаз. Сейчас он должен тут соединиться или сбить. Угу. Он сбивает, даем такой Atari, но он, наверное, тут сейчас соединится. Если собьет, это будет ошибка. Ага. Ну вот он почему-то не хочет. Тогда мы собьем. Теперь надо посчитать. Мы так, если он порежет, мы Atari, Atari. Да. Да.
Надо не дать ему два глаза. Но это ничего ему не дает. Дополнительное время. Куда это он побежал, непонятно. По первой линии далеко не убежит. Ему нужно два хода сюда и сюда. Но это не дает глаз. Делаем вбрасывание, чтобы он глаз не поставил. Теперь мы можем сбить либо двушку. Угу. Он туда побежал к своей мертвой группе. Ну ладно, давайте так собьем, пусть бежит. Это ему ничего не дает. Ну, это глаз не дает. Нам нужно просто продолжить закрывать мешок. Если так он поймет, можно сделать имитацию атаки. И на этой атаке поставить стеночку. И у нас будет огроменный мешок. Теперь так. Так. Он, конечно, может ткнуться. Но вот он не хочет. Давайте мы поставим 4 камня. У нас образовалась стеночка. Ага, он пытается тут что-то придумать. Но здесь ничего нету. Поэтому сделаем такой ход. Эта группа-то у него тоже пока еще слабенькая. Угу. Это он решил проникнуть к нам в мешок. Сейчас попытаемся его отрезать. Захватывает наш камень. Мы даем встречный Атари. Если он вытянется, мы здесь собьем. Он не стал вытягиваться, мы даем Атари. И фактически стеночка наша готовая. Угу. Сюда полез. Ну, здесь мы его будем прямолинейно отрезать. Хотя очень рисково он сюда-сюда, но посмотрим. Попробуем тогда убить его группу. Ну или как минимум нарастить дыхание. Ну вот, кажется, он попался. Он сейчас, если соединится, мы дадим Атари. Он не соединяется, мы все равно даем Атари. Угроза сбить. Теперь сбиваем. И все, его вот эта вот трешка провалилась. Она на нашей территории. Это тоже сбиваем. Он здесь не может соединиться, потому что иначе мы все три отрежем. Да, он так играет. Ну и вот этот камень собьем, чтобы он тут не начал какие-то забеги, маневры, ловить его, догонять. Угу. Такой ход, да? Ладно, хорошо. Он может вытянуться.
отдадим ему этот камушек, хотя он сюда не может, потому что мы все три собьем. И вот он задумался, как ему поступить. Ну тут очевидно, что да, эта группа его выжила. Так, где он сыграл здесь, да? Ну хорошо. Мы закроемся. Не дадим отрезать нашу группу. Соединиться со своими. Тут все мертвое. Тут шансов нету выжить. С верхней группой тоже тут ничего не придумаешь. Такой ход, да? Что он ему дает? Он хочет сбить эти камни. Но мы сбиваем первые. Вы выиграли. Да, ну все, вот он сдался. Поблагодарим оппонента за игру. Вот, что тут добавить? Ну, особо комментировать нечего. Вот мы построили большой мешок на всю доску. Ну, тут еще эскимейтер не посчитал, но это тоже вся наша территория. Это тоже все убито. В общем, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите комментарии, что показать, что рассказать, что сыграть. До новых встреч!